Я фронтенд-разработчик из Сум. Работал последние 2 года в крупной компании. Хотел найти работу в Киеве. Обычно я еще работаю через HR знакомых. Вообще фантастика, рассказываю, как было. Но услышал про Джина Надоу, решил зайти посмотреть, что за сервис. Создал анонимный профиль. Через 20 минут в воскресенье вечером пришло предложение. Ходил на собеседование. Первая IT-работа в моей карьере. Благодаря Джину я понял свою цену на рынке труда. Я свои цели достиг. Джин, молодец. Такая история. Джин, анонимный поиск работы для разработчиков.